друзья, как обычно, последнее воскресенье месяца. Я жду вас на площади Киевского вокзала. Торговый центр, Киевский вокзал, парковка. До 15:00 я вас тут жду. Здравствуйте, вы к нам? Именно. Ой, спасибо. Да. На разных машинах. Поэтому... Почему на разных? Почему не надо? Здравствуйте. Как это не снимать наших помощников? Что? Как это никого нету? Ну. Сегодня же праздники, выходные. Все на дачу уехали. Вика наша приехала. Перекладывает уже тут. Вик, ты заплатила, а то тебя уже сфоткали. Молодец. Что-то тут мне наложила. Ага. Вика тут уже наложила мне мешочков. После меня мешочков домой. Заэтовались видео, вот помощники наши приехали. Давайте сбоку, да. Сбоку, давайте помогу. Да, 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 да. А тут здравствуйте. А что это вы припозднились? Мы уже думаем, так, Ира не приехала. Здрасте. Здравствуйте. Ага. И сумку синюю мне просили забрать. Отлично, сейчас переложим. Спасибо большое. Давайте, сейчас. Вот это я вам помогу. Да, я сразу поняла, да, что вы к нам в обнимку с такими вещами. Так. Сможете сами? Или помочь? Тут это игрушки для щенка. Ага. Все чистенько. Ага, спасибо большое. Давайте помогу. Татьяна второй раз приехала. Первый раз я ее не сняла. Как-то быстро-быстро. Второй раз. Вот человек ездит за 100 километров. Здравствуйте. Сегодняшнего дня у нас проходит благотворительная акция «Лохматая душа», направленная на помощь животным в одноименном питомнике «Лохматая душа». Так, приехала за кормом для лохматой души. Акция, напомню, акция у нас проходит в зоомагазин «Бетховен». Очень приветливые продавцы и Душка-директор. Приходите. Сам зоомагазин «Бетховен» находится на улице Береговая, вот, 31. А корпус 1. Всем спасибо, кто помогал, принимал участие в акции. Большое спасибо девочкам, которые стоят, волонтеры, и собирают помощь для приюта. Вот это за вчерашний вечер с 5 до 6. Сегодня прям вообще здорово, на удивление. И сказали по поводу листовочек, у них уже тоже свои закончились, вот эти вот, как их там называют, короче, ихние личные листовочки от Бетховена. Сказали, что что-то придумали, не знаю, я говорю, а смысл там на несколько дней? Говорит, ну у нас тоже просто закончились, нам тоже как бы надо что-то, чтобы они стояли с чем-то.